Дезинфицирующим раствором подъезды сотрудники управляющей компании обрабатывают ежедневно. После влажной уборки антисептическим средством покрывают все, с чем могут соприкасаться жильцы. Сотрудник управляющей компании обрабатывает входную группу, куда входят ручки, куда входят почтовые ящики, перила, ну и все, что до чего дотрагивается человек. Уборку подъезда в Самаре усилили по поручению главы города Елены Лапушкиной. Жители такой работе рады. Вот у нас очень много пожилых людей в доме. Вот когда была самоизоляция, у нас люди старались сидеть больше дома, пенсионеры, потому что, как говорится, у них хронические заболевания есть. Вот ходили мало, ходят в масках все, если выходят куда-то. Но ручки обрабатывать, конечно, это для всех очень важно, потому что с этой эпидемией, сами знаете, все боятся. В Советском районе дезинфекцию подъездов управляющие компании будут проводить постоянно, даже после снятия особых ограничительных мер. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.